And what does it eliminate? I want лимонад. Просто. Всем привет! В современном мире ритм жизни у девушек просто бешеный. Но несмотря на это, хорошо выглядеть нужно всегда. Сегодня я хочу вам показать 5 укладок на каждый день, с которыми вы всегда будете выглядеть безупречно, не тратя на это много времени. Сначала я кручу теменную зону плойкой диаметром 32 мм. Затем все остальные волосы горизонтальными проборами. Пусть волосы остынут и можно начинать вычесывать. С одной стороны гладко зачесываю волосы и в районе шейной впадины закалываю невидимкой. Укладываю челку волной и фиксирую лаком. Делаю хвост, затем от основания хвоста взъерошиваю волосы и создаю объем. И делаю небрежную воздушную дульку. Эта прическа уже давно пользуется спросом у моих клиенток. Здесь все более чем просто. Беру 2 небольших пряди, смотрите в каких участках, и ими обматываю все волосы. Маленькой резинкой завязываю и получаем вот такой стильный хвост. От краевой линии заплетаю колосок до того места, где будут находиться дульки, и завязываю их резинкой. Остальные волосы также в хвост. Формирую дульки и фиксирую их лаком. Для этого мне понадобится плойка диаметром 32 мм. Беру крупные пряди и в разные стороны кручу волосы. Для дополнительного объема в корень наношу пудру, а для создания небрежных прядей пасту на основе морской соли. В конце фиксируем лаком, и все, наши небрежные локоны готовы. Девушки, ну что, вы убедились, что красивая прическа – это не всегда 40 минут в салоне красоты. Надеюсь, мои советы будут помогать вам создавать себе новый неповторимый образ на каждый день. Ведь всем известно, что девушки, которые делают себе прическу и макияж, заведомо более успешны. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, я приготовил для вас много интересного. Увидимся!
Thank you.